работать, прокачивать Формулу-1. Ни одним футболом, понятно? Сейчас поэтому не футбол еще, а ММА. Анжи обыграл «Зенит», забив в меньшинстве. Опа, попались. Да, это первое поражение питерцев в российской футбольной премьер-лиге. Но сегодня, я думаю, что помогло то, что Анжи вышли в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова. 6 октября в Лас-Вегасе он с Конором Макгрегором дерется. В апреле... Да что ж ты творишь-то, вот баран! UFC, поэтому бой против Макгрегора станет... Да всем уже обалдел.